Единый день чистоты и порядка пройдет в регионе 28 сентября. В каждом муниципальном образовании запланированы субботники по плану осеннего месячника по благоустройству. В столице региона сотрудники аппарата правительства и органов исполнительной власти наведут порядок в сквере строителей на улице 12 сентября и на аллее за заводом «Искра». Уже к сегодняшнему дню проведена треть запланированных работ, ликвидировано 137 стихийных свалок, появился 31 новый контейнер. Месячник благоустройства стартовал 7 сентября, а завершится 19 октября. Всего за этот период состоится 3 субботника. Сверхбюджет. В Ульяновской гордуме обсудили увеличение доходной части бюджета. Как сообщает финансовое управление городской администрации, казна пополнилась более чем на 333 миллиона, из них 112 – собственные доходы города. Бюджетный профицит планируется направить на обеспечение работы городских учреждений и оплату лизинга за дорожную технику. Поедем по-новому. Ульяновская администрация приняла новую маршрутную схему. За основу выбраны маршруты городского электротранспорта. Поясняется, что цель нововведений – оптимизация дорожного движения с ликвидацией дублирующихся маршрутов. При этом также отмечено, что вместе с сокращением числа маршрутов количество транспортных единиц на каждом увеличится, что позволит уменьшить время ожидания на остановках. Новая дорожная карта появится уже к концу этого года.